Ну вот, залили кедровые орешки кипятком. В принципе, через 3 минуты все, они готовы, чтобы их легко можно было расщелкнуть. Покрываем полотенцем. И даже и одной рукой, в принципе, скалочкой, если двумя, то лучше. Вот, и считаем, сколько щелчков. У нас там, по-моему, 8 орешков. Давайте сейчас посчитаем, сколько у нас будет щелчков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один пустой, по-моему. Вот этот не могу. Я тут умер. Вот, все, в принципе, все орешки. Вот скалочка обыкновенная. Все. Сейчас масло будем делать из ядрышек. Ну вот, открываем, смотрим, что получилось. Вот они, орешки вот такого. Вот такие, видите, даже вот сама даже отошла. В принципе, все они теперь руками даже их можно легко расщелкнуть. Ну, пользуйтесь. Сейчас маленечко наберем стаканчики и переделаем, размолим, сделаем себе кедровое масло вот таким устройством. Ну вот, глядим, кедровые орехи залили кипяточком, постояли они где-то минут 5 у нас. Вот, выкладываем кедровые орехи, которые нам надо расщелкивать. Плохие сразу удаляем, вот этот не пойдет, вот этот видно, что он, вот этот маленький тоже можно отбросить, в принципе, он тут не нужен абсолютно. Маленько откалибровали, можно сказать так. Вот. Все, положили. Вот. Берете полотенчика, ровненько полотенчика, полотенце. Все, и скалочкой теперь можно проводить. Скалочкой давайте сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Двумя руками, конечно, удобнее, но мне приходится одной рукой. Вот видите, щелкнул один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Сколько щелчков, столько и проводок. Вот, все, скалочку убираем, скалочка нам не нужна теперь. Полотенчика поднимаем, смотрим, чтобы прилипших не было. Ну вот, теперь смотрим. Видите, большинство орешков у нас уже легко будут очищаться. Ну, вот. Давайте почистим несколько орешков и посмотрим, сколько у нас расщелкнулось. Сколько не расщелкнулось. Ну, сразу один пустой попался. Вот, расколотый орешка. Вот как хорошо, удачненько. Вот он раскололся, все. Вот еще один орешка тоже раскололся. Просто. Ну вот, видите, и никакой, честно, когда вилки не надо. И ничего. Орешки у нас практически расщелкнулись без применения рычага. То есть рычаг у нас заменился на другой вид. Вот это тоже вот видно. Вот если не видно, то он, видите, расщелкнутый. Сейчас мы его все пальцами легко разделается. Вот. Так. Нет, все-таки мне этот охота интересно. Все ли орехи прошел? Ну, слышал, как они, как клопы. Щелк, щелк, щелк. Не как клопы, конечно, но похоже на это. Ну, у нас орех. Видите, замечательно. Вот этот не расщелкнулся. Все, вот этот не расщелкнулся один. Вот этот тоже пропустили. Два ореха пропустили. Ну, нужно пробовать. С практикой приходит все. Потом, когда практику руку набьете. Это я так просто сказал. У меня вот смола как бы тут очищается. Вот. Ну, вот эти орешки. Давайте сейчас еще разочек запробуем их, так чтобы было четко уже способ, пробовать вам или нет. Ну, в принципе, уже было видно, что способ рабочий,
Можно пробовать. Давайте, сколько щелчков должно быть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, все. И пошли. Если бы двумя руками можно было, я четко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмого не услышал. Восьмого. Ну, где-то, значит, щелчки совпали. Скорее всего, совпали щелчки. Давайте смотреть. Так, ну, тут у нас решки, видите, пустые. Пустые сразу они их, как бы такой способ, отбраковывают. И очень быстро при том отбраковывают. Вот, и одна у нас орешка не щелкнула. Мы ее просто без этого защелкнем тогда. Просто приделаем пальцем. Вот так вот. Защелкнем и раздавим маленько. Ну вот, видите, все быстренько расщелкнулось. И она какая-то получилась, как... Сильно мы ее придавили. Сильно мы ее придавили, вот эту, на одну штучку. Ну, сейчас я еще щелкну. Так. Не хочет. Ну ладно, не хочет, так не хочет. Вредных я со вредными время. Дело долгое будет. Вот. Вот орешки получаются. Вот такие вот. Вот. Видите, со второй партии мы быстренько с вами управились. Вот. И со следующей партии. И главное, видите, и в рот орешки не берете. Можно дать и ребенку пощелкать, то есть руками. И эффективно, очень быстро, если у вас не задействовано, конечно, там. Ну вот, добро. Пользуйтесь на здоровье. Желаю удачи. Вот, провели по вот этой партии. И теперь спокойненько, видите, трещинки есть. Руками можно разделать и начистить орешков быстренько детям. Чтобы они очень... Японцы говорят, зачем русским лекарство, когда есть у них кедровый орех. А скорлупу не выбрасываем и можно выводить волосы с тела и в ненужных местах. А ей вообще и на настойку можно использовать. Ну вот. Ребята, у нас есть вот столько кедрового ореха, стаканчик, треть должны мы получить кедрового масла. Замачиваем его в кипяточке и с помощью того приспособления, вот этого, будем работать, выжимать кедровое масло. Зальем орешки кипятком, они у нас хранятся на морозе. Вот так вот. И пусть маленько постоят. Именем кедровые орешки можно щелкать. Они те... А сколько там ушло? Можно зубами, не в ущерб щелкать. Вот так у нас кедровые орешки выглядят. Вот так вот. Пашечку начал щелкой. 14.43. И вот. Шишки тоже продам. Заказывайте. Вот кусочек живицы. Кедровой серы. Кедровой смолы. Вот. Давайте сейчас. Вот так. Кедровая смола утонула. Ну вот она. Видите, какая красота. Длинная-длинная струйка. Не всего можно посмотреть. 25 сантиметров. Ну, примерно 20-26 тут. Вот так вот она. Давайте сейчас еще.
роспись таежная. Дедушка, старичка, лесовичка. Ну, давайте его смотрим, как она. О, видите, вот так выглядит. Вот она. Живица. Давайте напишем послание, чтоб нам тайга давала покой и согласие. Ну вот самый лучший, наверное, будет снимок, как она выглядит. Ну, в общем, понятно. Янтарь.